7 холмов, 7 проявлений искусства. Фестиваль искусства и музыки в Резекне. Seven Hills. Танец, музыка, исполнительное искусство, визуальное искусство, искусство импровизации, уличное искусство, искусство среды. На сцене выступят популярные художники Европы и Латвии. Boombox, Украина. Теодор Пол и Габриэл, Франция. Марк Скорш, Белоруссия. Гарбонатас басиста, Литва. В заключение фестиваля концерты рок-групп из Латгалии. Билеты на ночные концерты в кассах Билетсервис и в интернете. До встречи в фестивале!